Дети все чаще стали гибнуть в пожарах, заявили сегодня в краевом МЧС. Спасатели даже специально собрали чиновников, общественников и полицейских, чтобы обсудить, как можно изменить ситуацию. В этом году в пожарах в крае погибли 197 человек, и 25 из них это дети. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Сложная пожарная ситуация продолжается и сейчас, говорят сотрудники МЧС. А с приходом новогодних праздников будет все только ухудшаться. Поэтому спасатели призывают взрослых особо следить за безопасностью своих детей.